Бездна. Но на этот раз почему-то другая. Да, я могу тебя сюда вытянуть, не удивляйся. Чужой давным-давно отметил меня. Я заставила тебя бежать из твоей любимой башни и обратила твоего отца в камень. Бедняжка. Но в детстве мы с милой Джессаминой были близки, и у нас была тайна. У императора Колдуина было еще одно дитя, рожденное в позоре кухаркина дочь. Я сплю? А если нет, когда Лиле это удается? Но я хочу быть светлым, Джессамина. Я же сказал, Лиле, когда подрастешь, возможно, через год. Ты это в прошлом году говорил. Джессамина младше меня, но она уже при дворе. Джессамина, она... Это сложно объяснить. Однажды ты поймешь. Что я такого сделала? Я буду хорошей, клянусь. Через год. Обещаю. Джессамины играли в башне, а ночью я возвращалась в комнаты слуг к тараканам и жидкой каше. Папа-император говорил, что если я буду хорошо себя вести, то на следующий год вырасту и стану принцессой. А однажды Джессамина разбила какую-то дорогущую безделушку, и глава тайной службы застукал нас. Она свалила вину на меня, он отвел меня в беседку и выпорол. Мою мать уволили, и в ту ночь мы оказались на улице, без крыши над головой. Это не я! В таком случае кто? Мы просто играли! Леди Джессамина, ваша версия событий. Это она! Далил врет! Она разбила! Джессамина быстро умерла от удара клинком, а моя мать мучилась много недель, когда жирный охранник сломал ей челюсть. Когда мать умерла, они меня выбросили. Я посмотрела на огни башни и поклялась отомстить. Я стирала простыни в борделе, а в свободное время рисовала. Потом Антон Соколов взял меня, скажем, в ученицы. Я была хитра еще до того, как меня отметил чужой. Я пережила множество опасностей. И больше. Моя мать больна, ей нужна помощь. Сдохла твоя мать, пока ты шлялась. Все, девочка, кранты. Что? Нет! Мы тут мертвяков не держим, так что уже выкинули ее прочь. И тебе здесь больше делать нечего. Сложно сказать, правду говорит любезная тетушка или нет. Когда я была маленькой, заговорщики похитили меня и Антона Соколова. Они привели его в паб, где уже держали меня, и заперли в собачьей клетке. И знаете что? Соколов просто смеялся над ними. Он давал мне уроки и рассказывал смешные истории. Он казался мне бессмертным. Его могучий разум изменил нашу эпоху. Теперь все иначе. Старик, которого я спасла, почти не говорит. Ест, что дают, стонет во сне и кашляет кровью.
Я думала, он поможет мне победить Далилу и спасти Империю. Но теперь я даже не уверена, что он понимает, где находится. Это был не сон? Это я виновата в злобе Далилы? Нет. Это она устроила переворот. Наш выбор меняет мир. Я чувствую, что скоро уйду в Англу. Циндаш хотел, чтобы я помог ему в одном сложном деле. Если бы у нас получилось, часовые солдаты стали бы на порядок дешевле. Ох, толковый паренек. Далила Копперспун или Колдуэн, королевская кунсткамера. Это здание было заложено моим дедом в памяти моей бабушки. Циндаш избавился бы от меня сразу же, как только я бы ему наскучил. Спасибо, Эмили, что она спасла меня. Я искала тебя, Антон, и я нашла бы тебя. Я знаю, Мэг. И мысли об этом поддерживали меня. В любом случае, ты здесь. Антон, сразу после плена вы едва могли говорить, но прошло 3 дня. Они пытали его. Он весь в синяках. Далила на троне. Мой отец пропал. А это Антон Соколов, величайший мыслитель Империи. Нет, Эмили. Меган права. Я могу заставить электричество течь из одного конца комнаты в другой, но Далила за пределами моего понимания. Отправляясь на Сирконос, я надеялся забыть о прошлом. Но когда начались убийства, я понял, что не смогу остаться в стороне. К тому времени, когда мы с Меган выяснили, что в убийствах замешан герцог, было уже поздно. Королевский убийца пришел за мной. Они оставили меня в живых ради моих знаний. И я кое-что видел. К Джиндашу часто приходила Брианна Эшвард. Она куратор королевской кунсткамеры? Да. Эшвард столь же одержима оккультными науками, как и Далила. И сейчас она работает над неким устройством под названием Оракул. Вы оба ее совсем не знаете. Эшвард помогает Далиле, а значит, ее следует уничтожить. Кто знает, на что способно это устройство и что задумала сама Эшвард? Когда решите отправиться в кунсткамеру, приходите к шлюпке.
Мы возьмем шлюпку. Не хочу без нужды подводить падший дом к берегу. В садах Кирии, рядом с кунсткамерой, есть небольшой док. Я могу доставить вас туда. Ну, в путь. Да, выходим. У входа в кунсткамеру будут гвардейцы. Внутри что угодно. Эшвард водит дружбу с очень разношерстной компанией. И ее друзья могут оказаться весьма опасны. При случае мне хотелось бы узнать, как вы познакомились с Эшвардом? Не сомневаюсь. Поверьте, Эшвард очень важна для Далилы. Это подводит нас к другому вопросу. Вы могли бы вывести Эшвард из игры с помощью аббатства обывателя? Судя по всему, наместник наблюдает за Эшвард из тайного форпоста рядом с королевской кунсткамерой. Загляните сперва туда, вдруг что найдете. И помните, если Эшвард все еще служит Далиле, она очень опасна. Ладно, Меган, до встречи. Она что захочет, то и получит. Ищешь неприятности? Сейчас найдешь. Убирайся с глаз моих. Не подходи. Далась ей эта квартира. Везде пылище. Здесь тебе спасу нечего делать. Заклинивайся. А я говорил, что надо сначала прогреться. Так что он сам дурак. Ну ладно, сколько раз я не знаю еще. Ну ладно. С тех пор, как я надел эту форму, я только и делаю, что убиваю отребья вроде тебя. Этого еще не хватало. Я потом теперь сотру твою кровь. Выслеживать какого-то подонка с ножом. Но так, чужак, беги, пока не поздно. Я не хочу умирать. Терпеть не могу. Ну что, гордости-то поубавилось. У тебя нет шансов. Так просто не уйдешь. Это послужит тебе уроком.
Не надо, пожалуйста. Смотрел и сказал, что все в порядке. Он взглянул на стену и полез проверять ветряк. Детей уже 2 года нет. Лучше бы я в 2 смены дежурил. Не слушал бы тогда трёп о том, как здорово жилось при отце герцога. Сегодня тебе повезло. Ты своими глазами увидишь пиратку Бетти. Если хочешь жить, плати, сколько просят. Нет, не надо! У меня ничего нет! Я просто бедная служанка! Я вижу, тебе рассказывали про пиратку Бетти. Про то, что я делаю с дураками, которые отказались отдать мне свои... Никто не... Вот трудно.
сказала, что через 2 месяца бросит его. Но я подожду. Кто там? Будет быстро! Слушай! Она ранена! Убивай! Я потом затру твою кровь! Давай разберемся! Никуда ты не денешься! Думаешь, я тебя боюсь? Я тебя на пути порву! Прячешь лицо, трусливая тварь! У меня нет... Пусти его! Проси пощады! От меня не уйдешь! Наверное, или еще что-то. Проклятие! Что это было? Зараза! Посмотрим. Кажется, здесь кто-то был. На всякий случай надо осмотреться. Эй, кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться. Вылазь! Я тебя не трону. Ты где-то здесь? Интересно, кто это был? От меня не спрячешься. Где один стенатель, там и все. От нас не убежишь. Здесь точно Эй, есть чем пожить. Куда ты собираешься? Пора умирать, дед. Лежать некуда. Ну же! Заберу себя, это ненадолго. Думаешь, вы это... Я на куски порежу. Она не уйдет.
Давай я с тобой поищу. Да. Что это было? Его задушили. Ладно, разделяемся. Чем имеешь дело? Может быть. Интересно, кто это был? Это было как... Не знаю. Но там точно что-то было. Да что с тобой такое? Мертв. Что? Кажется, здесь кто-то был. Эй, тише! Сучка! Неудачный ход! Получай! На колени перед сильнейшим! Что в тебя? На пределе. Что-то неладное творится. Потом пойду напьюсь как следует. Лучше б я в две смены дежурил. Не слушал бы тогда трёп о том, как здорово жилось при отце герцога. Какая мерзость. Ничего хорошего. Ой-ой!
происходит? Стой! А ну вернись! Ну все, тебе конец! Что делать? Стой! Где она? Где ты прячешься? Ну давай, мне не до шуток. Мне не до шуток. Тут выходи. Что-то мне... Наконец-то. Сейчас буду. Посмотрим. Никуда ты не денешься. Она далеко не уйдет. Не знаю, как до нее добраться. Что? Стреляют? Тебе конец. Бежать некуда. Далась ей эта квартира. Вот за проклятие. Гвардейцы. Я знаю, ты где-то здесь. Ушла, зараза. Проклятый стрелок. Твою заразу. Получай. Это снова она. Сюда, не дайте ей убежать. Я с тобой. Прости, пощада. Добивай. Что это? Что? Не уйдем! Бежать некуда! Что будь осторожнее. Я с тобой. Не так. Мне это. Что надо это было? Лейтенант? Нет, не может быть. Эй! Кто здесь? Не заставляй меня за тобой носиться! Странные времена настали. Нельзя расслабляться. Тебя не трону. По мне стрельни, ну! Она не убежит. Рус, выходи на бой! Не уйдешь.
Ну уже! Она не могла далеко уйти. Где ты прячешься? Стой! Где она? Мне не до шуток. Выходи! Вот сука, да где она? Карната моя! Мои братья и сестры! Все те, кто приводит в движение маховики великого города! Маме говорит герцог, ну и сами помните! Кто-то есть. Кажется, нравится? Здесь кто-то был. На всякий надо случай осмотреться. Надо осмотреться. Карнака
Коварные дамы, охотницы на скользящих ночных тварей, бывшие молочницы и властители мира, придите ко мне и склонитесь предо мной, ибо я Далила, ваша королева. Славься, Далила! Луна в небе! Он укрыл озеро одеялом. Амелия, дорогая, если Бриана тебя услышит и у нее будет дурное настроение, то за такие шутки ты лишишься глаза. Она же просто шутит, Франческо. Не нравится мне это. Да, не для тебя. Ночных тварей, бывшие молочницы и властители мира, придите ко мне и склонитесь предо мной, ибо я Ила, ваша... Что? Ржавый гвоздь тебе в ногу! Кунсткамера. Я собиралась посетить ее вместе с Уименом. Thank you.
Люсинда. Она хотела создать кровавый вереск, но не смогла. Потратила столько недель на могильных псов и снова сдалась. У нее получались одни только носы, зубы и хвосты. Так уж устроен мир, дорогая Парнелия. Надолили знак чужого, и часть ее способностей перетекает к нам. Это нечестно. Тогда представь, что ты всю жизнь плетешь сети или пасешь коров. Любые ее дары лучше, чем жизнь под сапогом у господина. Могут Люсинде завоевать расположение Далилы? Не нравится мне это. Надо осмотреться. Найду. Выходи. Это же куклы для глупых куриц из Ордена Оракулов. Да, я бы хранила ее у себя. Странно у тебя вкус, милая Клариса. Лично я бы не хотела увидеть себя в таком виде. Лучше уж тогда портрет кисти Долины. Мне нравится стиль Брианы. Есть в нем это смысл. Бриан, что случилось с Джиндершем? Говорят, он вдруг стал слюнявым идиотом. Не знаю, Долина. Прости. Ничего, дорогая, это потеря. Но вряд ли он мог быть нам еще чем-нибудь полезен. Соколова тоже забрали. Кому? Неважно. Что у тебя с причастием? Мечтаю пошептать на ушко сестрам Араку. Вот зачем тут ошивалась эта женщина. Как ты ее зовешь? Меган Фостер? Мы закопали тебя под кипарисом в новолуние! За ведьм! Я сниму с тебя кожу. Красивое личико нам пригодится. Странные линзы как-то связаны с исследованиями Эшфорд. И нарожать детей. Меня обручили с мужчиной в 3 раза старше меня. Он все шутил про брачную ночь. Но по пути к алтарю кое-что произошло. Далила. Однажды, темной ночью, я ускользнула из дома и поняла, что больше в эту клетку не вернусь. Я пила вино на крыше, смотрела на звезды. Я была свободна. И вместо свадьбы я навестила отцовского банкира и помчалась прочь от старой жизни к Далиле. Это были славные деньки Ковина.
Эти странные линзы как-то связаны с исследованиями Эшвард. Yeah, it's nice.
Вечером идем играть в кости. Ты с нами? А то. Вечером будешь? Такое нельзя пропустить. У тебя осталось так мало союзников. Лила, я победила защитника короны, мертвого трона, и я Возможно, дневник Эшвард объяснит, почему Далилу нельзя убить.
тебе остаться в твоем унылом мирке. Ты умрешь. Бей его, я смелю, хорошо. Отправим ее, куда ты ищешь смерть. Прекрасно. У тебя нет шанса. Не моя сила. Как хочешь умереть? У меня много. Эти странные линзы как-то связаны с исследованиями Эшвард. Возможно, дневник Эшвард объяснит, почему Далилу нельзя убить. Будет в ярости. Я лишь одним глазком посмотрела. Хотела узнать, чем таким сложным занималась Бриана до того, как ее... Считал, что Эшталина действительно могла это сделать?
Похоже, история рассказывает про этого стиля. Что-то двигалось. Точно говорю. Кто-то есть? Кто это? Я же не выдумываю. Опять ты! Выходи! Ты хочешь умереть? У меня нож! Встретимся в бездне! Удали его! А твой череп я смелю в порошок! Буду в чёрт! А ну вернись!
ты умрешь, муч... Какая кожа, ржавая проволока! Долила пала от руки Дауда, ее магия развеялась, и ведьмы разбежались. Я начала новую жизнь в Карнаке, но потом вновь услышала ее шепот из бездны. Она вела меня к герцогу. Мы вместе вернули Далилу в этот мир. В доме Арамиса Стилтона 3 года назад мы изменили всю империю. Мы все, кто был с ней в Бригмаре прежде, почувствовали, что магия возвращается. Вскоре к нам присоединились другие. Теперь Далила бессмертна. Она овладела Данолом, а мы проникли в Орден Оракулов. Смотрители получают указания от сестер-прорицательниц, а мы скоро подчиним себе их сны и видения. Thank you.
родители, братья, Ведьмы. Показал, что осы жужжат. Что это было? Кажется, здесь нечего тебе тут делать! Эй. Не дайте ей убежать! Она меня! Посмотрим, как ты умеешь за себя постоять! А ну вернись! Такие разговор короткий! Значит, сделано. Эшвард нам больше не помешает. Отлично. Но это еще не все. Когда я жила в Дануэле, я занималась делами, за которые мне до сих пор стыдно. Это ведь нужно для гражданства? Я серьезно. Я знала Далилу и Эшвард. Купилась на их бредни. Влипла в это дерьмо по уши. Если честно, до начала этой истории я думала, что Далилы уже нет в живых. Я не хочу вдаваться в подробности, но вам стоит знать, в моей жизни были моменты, о которых я сожалею. Ладно, Меган. Спасибо, что приоткрыли свою душу. Мне кажется, вы это заслужили. Готовы отправляться? Да, идем. Возвращаемся на падший дом. Еще один шаг к победе над герцогом и Далилой. Далила провела здесь несколько лет. Копила силу, настраивала людей против меня. Почему я ничего не заметила? Чем занималась я? Притворялась, что слушаю придворных, правила целой армией бюрократов, ждала следующей возможности сбежать из башни Дануэла. Но вот, сбежала. Только вернуться не могу. Арамис Стилтон когда-то был союзником герцога. Стилтон, владелец рудников в Карнаке, жил в укрепленном бункере в центре пыльного квартала. Его несколько лет никто не видел, примерно с того времени, как Далила начала действовать. Жив Стилтон или мертв, но его дом – ключ к бессмертию Далилы.